Всем привет, дорогие зрители, с вами Icy Ghost, и мы продолжаем проходить и просто играть в Redout 2. А собственно у нас акт номер 2. Это, если кто-то не знает, это продолжение первого акта. Тот, кто смотрел и тот, кто помнит по окончанию первого акта, мы все-таки выбрались из школы, но мы оказались совсем неизвестно где. Ну ладно. Что ж, хочу еще заметить, что игра на английском языке. Вы, я думаю, уже заметили. К сожалению, перевода второго акта нет пока что. Ну, я всеми своими силами постараюсь переводить встречающиеся нам субтитры и записки. Конечно, что смогу, то переведу. Ну, поехали. Так. Ты еще кто такой? О, что за мелкие черти? Офигеть! Эй, отстань от меня! Прочь от моих ног! Офигеть! Прям как Гулливер в стране карликов. Серьезно. А чужих так много, а? О, дело плохо. Отстань. Отвали. Как они так высоко прыгают, а? Они не кончаются. Я их фоткаю. А им лишь бы что. Блин. Да сколько можно? Офигеть! Мобилу отжали, а? Отобрали мобилу, зашибись просто. Да еще и сумку стырили. Вот черти мелкие, а? Это, блин, это бесы какие-то. Как в натуре. В натуре какие-то бесы. Что ж. Нам ничего не остается, как следовать за ними. Так, что это? Туил какой-то, да? Если я не ошибаюсь. Не знаю, малыши или как их. В общем, они управляются, они находятся под контролем какого-то мастера. Так, ну, в принципе, особо про них ничего не указывается. Ну ладно. Как я уже говорил, я все дословно перевести не смогу, но смысл, я думаю, понятен будет. Погодите, я тут вроде чувак. Он рычит. Не надо с ним, Линда, разговаривать. Тогда не будем с ним разговаривать. Офигеть. Не, валим, 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 валим. Он ненормальный какой-то. Зашибись. Все, свалим, валим, валим, валим. Беги, беги, беги. Блин, надо же было в школе физкультурой заниматься. А ты что делала? Так, блин. Да отвали ты от меня! Блин, в тупик загнал, а? Жесть, зашибись просто. Это бред какой-то. Фух, офигеть. Вот хреново, Линда, хреново. То, что ты вообще даже постоять за себя не можешь. Какого-то зомбака, блин. Ну, конечно, он не совсем зомби, но... как их? Но ведь одержимые — это практически то же самое. О, побежал за нами. Побежал, отлично. Зашибись. Ну какого ты за мной побежал, а? Вот блин. Блин, да. Давай беги, 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 беги. Быстрее, быстрее.
Куда-нибудь, куда-нибудь беги, блин. Догоняет, сволочь. Ну же, ну же, куда? Сюда вроде? Вроде оторвались. Ну, зонтик мало чем поможет, хочу я сказать. А, ну этим типа мы отбиваться будем, да? Правильно, надо проломить ему башку, блин, этим зонтиком. Сволочь такая. Что? И что? Донни is gone mad. Донни стал одержимым. Я должна... I have to avoid him. Я должна избегать его и убираться с этого места. Ну, это очевидно. Так. Ну что ж. Пока что временно оторвались от него. Но я не уверен, что те двери его надолго задержат. Но все же, хотя бы я надеюсь, время-то спрятаться у нас будет. Что это у нас? А, Жингло, так. Данный предмет содержит мистическую энергию какую-то. Ну, понятно. Хм. В смысле? Стоп. Камера. Еще какую-то киношку снимали, а? Зашибись. В таком-то месте. Ну, идеальное место для фильмов ужасов просто. Ничего другого я сказать не могу. Так. Не нравится мне эта открытая местность. Ну ладно. Пойдем дальше. О, опять он. На! Зашибись, аж зонтик сломало. А ему... А ему лишь что? А ему часто пофиг, а? Вот сволочь такая. Оооо, зашибись, да еще. Упс, 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 упс. А вот и он. Как-то он странно обходит эту дыру. Видимо... Видимо, он совсем ничего не соображает. Ага. Ну, давайте потихоньку двигаться. Упрячься. Посмотрите, а тут он допер то, что нужно посмотреть. Да еще и пол проломил. А там дыра была. Там была дыра. Он почему-то не упал. Он обошел ее. Да и не подумал даже обойти. А тут он, видите ли, проломил дыру. Еще. О-о-о, офигеть. Да пол тут на честном слове держится. Все нафиг прогнило. О! Бес! Ну, чертяка мелкий, сюда, да, и смартфон. Ну, сволочь. О, да еще и этот мудак. Охренеть. Он что, нас запалил? Давай, давай, погнали, погнали. Да, ну нафиг. Стрёмно как-то. О, офигеть, блин, и ступеньки ломаются даже. И этот какого-то вылетел. Что, делать ему нечего? Ой-ой-ой, как у него так шея вывернута? Да нет, походу Донни уже все. Мы не просто одержим. Жесть. Да ну нафиг, зрелище не для слабонервных. Погнали отсюда, погнали, 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 погнали. Блин, не видно куда бежать. Сюда вроде. Да, конечно, легкие Линда у тебя совсем никудышние. Сразу выдыхаешься. Офигеть, блин. Блин, беги давай, беги, 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 беги. Чё ты стоишь? Жесть. О,
это что еще? Я же говорил, он одержим кем-то. Вернее, чем-то. Блин, беги, Линда, беги. Короче, хана Донни. Это ж Донни, если я не ошибаюсь. Ну да. С причесоном. Капец. Фух, да. Вот так вот. Так, Линда, ну ты чё? Вставай давай. Надо идти отсюда. Я, конечно, всё понимаю. Но, блин, оставаться здесь тоже нельзя. Давай, пошли, пошли, пошли. Капец, что же, что за место? Руки чьи-то. Капец, там не только руки, голова. Фу. Кошмар. Ну, Линда, давай держись. О, да. Печально, конечно, все очень печально. Ну, что поделаешь. Блин, Линда, ну... Ты чё? Нужно двигаться дальше. Сдаться всегда можно. Успеть. А вот найти силы в себе и двигаться дальше... Это еще нужно суметь так сделать. Опа-на. Опа-на. Котик. Ах, эти черти, блин, маленькие. Мелкие сволочи. Нирон какой-то, Нирон. Это прям как... Ну, вы поняли, Ника. Но это ни в коем случае не реклама котика. Ни в коем случае, нет. То, что он похож на данный момент известный фотоаппарат зеркальный, это еще ничего не значит. Смылись гады, а? Ты еще кто? Так, а ну-ка. Давай. Охренеть. Этот уже побольше будет. Че, он уменьшается? Не могу понять. Давай, блин. Сдохни уже, наконец-то. Есть. Так, духопедия обновлена. Что здесь у нас? Что здесь у нас? To you, sentent. Ага, тут про Донни написано. Тело Донни было. Как это слово, блин? Invaded by some sort of demonic spiritual presence while outside of the school.
Ну понятно, в общем, тело Дони было занято каким-то видом демонического духа. Пока он находился вне школы. Ну, в общем, как-то так. Ну, в принципе, это мы и так уже поняли. Да ладно. Блин, да это ты так громко топотишь? Не надо. Так, ну, вроде нашли мы. Ага, мы еще не прочитали про этого. Ну, понятно, один из видов таких же самых чертей. Сильный, но тупой, так сказать. Ну, нехватка у него ума. Что у нас? Что это у нас? Так, ну тут понятно. Так, понятно, данный предмет содержит какую-то мистическую энергию. Ясно, все с вами, ясно. Так, ладно, побегаем пока с фотиком. Ух ты, нифига себе вспышечка. Клево. Это как на телефоне включается, на смартфоне включается у нас фонарик. А на фотике у нас получается вспышка работает. Прикольно. Такое себе освещенница. Оу. Хм. Прикольно. Что ж. Да, впечатляет. Впечатляет начало, конечно, второго акта. Оу. Офигеть. Ладно, пойдемте дальше. Оп, снимков. Снимков мы наделаем, конечно. В смысле? Тут что, петухи какие-то? Тут еще есть живые создания? Очень даже интересно. Очень даже. Хм. Прикольно. Да здесь светло. Нет больше темноты, мрака. Круть. Вы еще кто? Прикольно. Я вас сфоткаю, окей? Жесть, а что это за место? Как-то так. Чё, фоткаться любите, а? Блин, какие-то, блин, по-моему, под кайфом. Жесть. Вы хотя бы представляете, через что мне довелось пройти, а? Жесть, ладно. О, а ты еще кто такая? Нифига себе, это прям богиня какая-то. Хм. Да, ничего такая богиня. Прям секта какая-то, наркош, я не знаю. Они все под кайфом. Блин. Вокруг такие дела творятся, блин, а они... Вообще, я не понимаю, как это все связано друг с другом. О, кошак. Нифига себе. Прикольно, а что ты тут делаешь? Странно. Ну, в первом акте, кстати, он как-никак был нашим... Ну, отчасти проводником. Сохранение. Хм. Интересно. Оу.
Кинжал какой-то. Ну, понятно, данный объект содержит, как всегда, какую-то мистическую энергию. А тут все мистическая энергия какой-то. Уж ужас там какой-то. Оу. Ух ты. И что? Хм? Интересно. Но, кстати, в нулевом акте была тоже такая фишка, когда фоткаешь свечку, она тухнет. И... Опа-на. Вот так вот. Прикиньте, а? А здесь свечка уже горит. Так. Еще осталось две. Ну, давайте расследуем, так сказать. Разведаем это местечко. Посмотрим, что здесь к чему. Ух ты. Интересно. Статуя какая? Какая статуя? Ладненько. Оу. А тут свечка не горит. Хм. Что это такое? Пицца. Вроде как пицца. Что тут? Пицца-приношение какое-то. Ха, в натуре. Интересно. И что делать надо? Статуэтка какая-то. Ну, блин, что-то ничего не фоткается. Ну, фоткаю я как-то, и что? Ай. Может быть, с другого ракурса. Я не знаю. Хм. Вот, блин. И что делать нужно? Может быть, с другого ракурса, я не знаю. Да нет. О, да только не говорите, что мне придется использовать свои навыки экстрасенса. Да, вы не знали? Да, я обладаю такими навыками. Вот. Она все палит на нас. Блин, стрёмно как-то, а? Конечно, в ней ничего стрёмного нет, кроме того, что она какая-то слишком вот уже громадная и постоянно за нами смотрит. И она... Ты не моргаешь. Ты не моргаешь. Почему она не моргает? Ну, потому что, наверное, богиня какая-то. Ладно. Что ж. Что же. Ну, придется, скорее всего, я так понимаю, потому что я не знаю, что дальше делать. Что ж, немножко помедитировав, я узнал такую вещь, что здесь не все так уже было, должно быть так просто. Тут как бы и фиг догадаешься. Вроде как бы, да, кажется, нужно сфоткать статую там, а нет, не горит-то свечка. А здесь-то оказывается фишка совсем другом. Вот, сейчас я вам продемонстрирую. Нужно стать вот так вот. Чтобы крылья, которые на воротах, там крылья, да, они казались, что они на статуе, эти крылья, и пасть змеи как раз над головой этого чудачка. И вуаля, ничего не произошло. А вот так есть. Вот вам. Магия. Оп, отлично. Ну, как-то так. Да, да. Без сверхспособностей сейчас, на данное время, никуда. Эти все... О, я же говорил. Да ты задолбала смотреть на меня, а? Вспышки боитесь, нет? Посмотрите, а?
натуре какие-то наркоманы, жесть. Так, а сюда-то никак не пробраться, а где кошак у нас? Где кошак? Блин. Оу! В смысле? Они вспышки боятся? Прикольно. Магия, друзья, магия. Ха. Ладно. Ты думал, я до тебя не достану, да? А я возьму и достану до тебя. Упс. По-моему, я это зря сделал. Я это очень зря сделал. Капец. Пипец нам. Все три свечки горят. Что, тебя типа сфоткать надо? Окей. Тихо. Что-то у нас обновилось. А что у нас обновилось? Так, духопедия тут спокойно. Так, I must find the others. Я должна найти остальных. Я... так, I wonder if everyone are gone, not else. Что? Я удивлюсь, если каждый... Я удивлюсь, если каждый станет будет одержим так же. Ну, я полагаю, что как-то так. Ну, в общем, смысл-то понятен. Так. Офигеть, поздравляю, друзья. Мы, короче, среди могил. Здесь ничего прикольного нет. Опа-на. Богиня тут. Здорово. А чё музыки нет, а? Где наркоманы твои? Упс, я, наверное, это зря сделал. О, да, я это зря сделал. Помните, ребята? Чудик с нулевого акта, с нашего сна. Ой-ой-ой, жесть, какой-то он вообще стрёмный. Да не, чудило. Встань, я с тобой вообще не хочу общаться. С кулечки. На. Пронесло, почти чуть ли не достал до нас. Что дальше? Что, что, где он? Чуть-чуть вылезет, ребята. Кто это? Отстаньте. Чё, бежите на меня. Офиги, чудики какие-то в мешках. Уже давай, Фотик, ты ж со скоростной съемкой, блин, сейчас достанут до нас. А это что замер? Оп, есть. Все, всех порешал. На. Неприятно, да? На еще раз. О, есть. Отлично. Пронесло, пронесло. Ай-яй-яй, он нас задел все-таки. Он нас задел, и это было неприятно. Так, 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 так. О, фак. Опа-на, еще один. Ой-ой-ой, надо бежать, они с первого раза не убиваются. О, черт. Развелез. А еще раз. Что, нет?
Ой-ой-ой-ой, беги, Линда, давай. Так. Блин. Что-то я результата не вижу в нашей фотосессии. Ребята, вы... Воу. Они быстрые, однако. Да сдохни ты, сволочь, уж наконец-то, блин. Бесполезный котик. Или это они слишком сильные, я не понимаю. Так, одного порешали, второго тоже есть. Потихоньку результат виден. Так. Есть, она тоже готова. А эти что-то пока еще не хотят сдаваться. Сейчас порешать. Минус один. Минус второй. Нет. Воу. Нет. Ну уже, давай. Готов, отлично. Так, где ты? Давай, вылези. Отлично, да, есть. Раз. Два. Три, готов. Отлично. О-о-о-о-о-о. Тихо, ты чё? Да чё, черви с него, короче, да личинки какие-то падают. Гадость какая, на меня не плюйся своим рисом. Блин, похоже то ли на личинок, то ли на рис. Я даже не знаю, что, скорее всего, может это быть. Но что-то однозначно это было. Оу, так, у нас духопедия, геоспедия обновлена. Давайте глянем. А это кто? Поконг какой-то. Эти... так, те бедные души... непонятно. В общем, они застряли в ихних... мертвых шраус, не знаю, в их мертвых телах. Нет, тело это Бади. В общем, непонятно, они как бы застряли в этом мире. Wandering land living. Удивительно то, что, ну, в общем, смысл такой, удивительно то, что они обитают на этой земле. Так. Their obedience make it incredible. Painful for them all. Ну, понятно, они неуклюжие. Так. И двигаются довольно-таки медленно. Not much is... Не так много известно об этих созданиях, но факт в том, что они... Ага, не так известно, не так много известно об этих созданиях, об этом создании, вернее. Факт в том, что он был очень могучим доктором в жизни, или очень знающим, сильным там доктором в жизни. Ну, понятно. После смерти он обратился в монстра формы Гаргантуан какого-то. Опять же, прошу прощения за неточный перевод, но смысл, в принципе, понятен. Опять ты. Ну, здравствуй. Я тебя зафоткаю, понятно? Я тебя зафоткаю. Отстань от меня. Блин, опять. Я помню еще с первого акта... Ай-яй-яй-яй. Я помню с первого акта то, что...
Блин, с ней сражаться бесполезно, так как она нам не показывается. Она постоянно непонятно где находится. Она показывается только в тот момент, когда находится слишком близко к нам. И вспышка тоже бесполезна. Ух ты, какая тень, а. Офигеть. А вот и она. Ну, здравствуй. Я тебя в ответ пофоткаю, хорошо? Ай-яй-яй, отстань. Короче, сзади это вообще было нечестно. Ну, как я говорил ранее, ребят, с ней сражаться бесполезно. Я не знаю, как ее просто победить. Только немного позже. Только немного дольше, не знаю. You don't stand a chance. У тебя нет шанса пока что. It's not over, not yet. Это не конец пока что. Как я говорил, ранее с ней бесполезно сражаться. Вот. Ну, как я помню, с первого акта, там просто, ну, просто нужно было давать себя атаковать. Я не знаю, то ли она атакует, то ли она что-то, короче, она с нами делает. И это, в принципе, так должно быть. Так. Что здесь? Ничего не обновлено. В общем, понятно. Мы оказались где-то... Это что, блин, назад нужно идти? Так, давайте возьмем обратно смартфон, включим фонарик. Что ж. Ладненько, ребят, на этом я предлагаю приостановиться. Продолжим уже, соответственно, в следующем выпуске. Напоследок я хочу сказать только одно: если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять свои комментарии. Ваше мнение для меня очень важно. А с вами был IcyGhost, до следующей встречи, ребят. Всем пока!